Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Poke World Special. И, ребята, сейчас мы будем, не знаю, мать Терезы раздавать всем статуи, потому что... Ой, не Poke Spawn, а Spawn, о чем я вообще думаю. А потому что много людей еще у меня просят поставить им статуи. И давайте поставим, то есть... Много людей новых заходит, много людей старых выходит, поэтому статуи меняются, и каждому нужно их поставить. Ладно, давайте тогда займемся вот этим. Выключим сначала вот это. И тпхнемся к первому человеку. Так, где ставить и кого? Фух. Я не знаю, почему людям так нравятся статуи, то есть каждый человек просит поставить ему статую. Риолу Шайни. Ну давайте, хрен его знает. Давайте ему куда-то вот сюда. Риолу. Апдейт Шайни. И какую-то большую. Вот так. Давайте Кэшу. Кэш. Тебе кого и куда? Ты где? Ну? Быстренько, быстренько, быстренько. Там еще куча человек. Зоарк Шайни. Давайте. Зо-зо-зо-зо-зо-ро-арк. Вот так сойдет, да? Да какая разница, куда я его поставил, а? Можно больше. Сейчас я тебе вообще самого гигантского сделаю. Да и все, так сойдет. Но мне кажется, это слишком большое какое-то. Даже через стену тут хвостяра его. И хрена себе, у Кэша тут ребеночек какой-то. Ребенок твой. Так, ладно. Кому там? ТП, кто? Кому я там не туда поставил? А куда поставить? Ну? Куда ставить его? А, ты уже там подиум для него выделил. Так, ладно. Риолу, апдейт, шайни и самого большого. Вот так. Больше некуда. Это самый большой. Поставь Денчику статую. Какому Денчику? ТП. Найт. Вот сюда. Кого и куда? О, это что за дом? Нифига себе домище. Ну, в смысле, дом-то небольшой, но так прикольно в статуе. Ну? Это что тут? Давайте почитаем. Доска поиска покемонов Twilight. Это типа кто тут живет, как я понял, или что это? Ну домик тут небольшой, я не знаю. Ну прикольно, тут в воздухе, то есть в горе так. Нифига себе. То есть смотрите, ребята, какое тут... Сколько тут... Гора какая охрененно большая. Он... В горе у него дом, и сверху еще какая-то накумаренная гора, которая хрен его знает, как заспавнилась, но еще и над его башкой такая гора, не знаю, фиг его знает, как она так заспавнилась, но прикольно. Так, что он написал? Лукарио и Шайни Райквазу. Одного Лукарио и Шайни Райквазу. Ну, ой, ну давайте. Лукарио. Апдейт, Шайни, пускай будет Джинормус и Шайни Райкваза, да? Ну давайте Шайни Райку куда-то. Шайни Райкваза, апдейт, Шайни. Сойдет такая? Мне кажется, тут как раз красиво так выглядит в воздухе. Опа, Дивуля упала случайно. Так, ладно, давайте дальше. Лимончик. Кого и куда? Ну, быстро, 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 быстро. О, какой дом. Красивый. Ну. Ждем, ждем. Ждем каких-то известий. Мью. Ну, давайте мью так и мью. Ой. Вот, что-то залагало. Простую, Enormous. Вот так. Так, кому еще там статую? Кому еще статую? Ну? ТП. Давайте сначала вот этому. Грант.
Потом Андрей, потом Данила. Так, Грант, Андрей, Данила. Кого и куда? Ну так ты стоишь на спавне и просишь статую. Куда я тебе на голову ее поставлю, а ты потом домой унесешь? Андрей. Кого и куда? Нет. Она так спавнится и сделать по-другому нельзя. Ну, кого куда? Ух, если бы я помнил, как он называется. Guardos. Нет, го... Хрен его знает. Покеспаун. Давайте... Гюара... Ага, понял. Вот так, да? Апдейт. Уж, давайте его самого максимального сделаем. Он так таким огромным должен быть. Охренеть. Не, ну красиво, красиво. Потом... Он самый большой, который есть, поэтому больше некуда. Кого и куда, чувак? Ну? Говори. Так, а мы, ребята, Лукарио, у нас есть 47 алмазных монет, которые мы, в принципе, сами добыли, и в ближайшее время мы себе заспавним легендарного покемона, ребята. Точнее, мы купим себе алтарь и его заспавним. Где, куда, чувак? Кого написал? Лукарио. А где мне тебя заспавнить? Так, а что он хочет? Каких, ясно, сломать можно. Кого я опять забыл? Лукарио, да? Шайни Лукарио. Ой, не Лук... Да не Лукарио, не Лукарио, Лукарио. Вот так. Сойдет, не сойдет? ТП-пи... Пирожок, ребята, мы тпхаемся к пирожку. Кого и куда? А, сюда, Молтрес. Это он мне написал ли? Так, мне типа это сломать, как я понял, да? Ладно. Потому что я не в курсе, там же стоит статуя, это как бы подиум, да, и он написал сюда Молтрес. По идее, должен я это разрушить и сюда Молтреса. Молтрес. Апдейт. Сильвер босс блу оригинал. Сойдет такой? Меньше. Энормус, джинормус, микроскоп. Вот так. Ну? Или это поменьше, побольше? Ну вот такой это прям оптимальный вариант. Мне так кажется. Сойдет? О, класс, отлично. Можно мне статуи. Ладно, давайте еще нашему брумистер Норби какой-то. Куда и кого? Да харе дверью баловаться. Так, давай, пиши кого и куда. Ты можешь вызвать любого покемона за... Вызвать его покемон, забавить любого игрока, дай, пожалуйста, трико. Я никому за попрошайничество не даю никакого покемона, только за розыгрыш и твою шфуражку. А если кто-то просит, то максимум, что я могу дать, это статуя. А кому-то раздавать покемонов, уж извините, не могу. А, под елку Шайни Чармандера. Ну, давайте куда-то вот... Ой. Чё у меня там было, что я забрал? Фиг его знает. Ну ладно, Шайни Чармандера, да? Чармандер. Шайни. Хьюч, Энормус, Джинормус, Микроскопик, Пигми. Вот это слишком маленький, мне так кажется. Рант. Нет. Еще чуть-чуть больше. А, не, вот так как раз нормально. Поменяй мне Риолу на золотую. Ребята, вы если хотите какую-то статую, то вы, может, сначала будете определяться.
сразу нужно говорить, какую Риолу. Потому что я не могу, ой, это я не то поменял, не могу каждому возвращаться по 10 раз только потому, что он передумал кого-то другого, или поменять ему цвет, или еще. Все? А можно мне еще статую? Кому больше, чем одну статую, нужно сразу говорить. Чтобы я не возвращался по 50 раз. Ок? Потому что это запарило, если честно. Ну? Кому там? За попрошайничество мод. Извини. А твою мать, баг какой-то. Через Ардашайни. Да твою ж мать, это Чизел. Ну почему нормально иногда вот так спавнится, да? То есть хочешь заспавнить, поставил, она нормально заспавнилась. А вот сейчас есть такие хрени, когда она тупо выкидывает. Чаризард. Босс. Ох, куча тут вот этого всего. Вот так. Вот, сойдет. Это через Ардашай. Так. Да что уже? Определяйтесь, как, куда другой стороной нафиг? Как он спиной дому, если он на дом смотрит? Я чуть не догоняю, что он хочет. Ребята, вы в курсе, что он хочет? Спиной к дому. Лол, он и так в дом смотрит. Или чувак накурился, или у него баг какой-то. Ладно, поменяем. Может, я накурился через зард. Но сейчас, если он в дом не смотрит, то иди ты нафиг. Так. Кого и куда? Кто будет просить еще поставить статую? Кому я уже поставил мут. Потому что, ребята, они, во-первых, засоряют чат, и я не вижу тех людей, кому действительно нужно поставить статую. А во-вторых, чувак меня позвал. Поставь мне, пожалуйста, статую. Я ему поставил. Через 5 минут опять поставь, пожалуйста, статую. Я ему поставил. Они не определяются сразу, то есть я не могу зайти сразу ему 35 статуй поставить. Они каждую минуту меня тревожат и просят поставить им статую. Ну... Ждем, ребята, пока раздупляться. А то, знаете, я просто хочу всем поставить статую, а я так просто-напросто не успеваю, потому что один попросил, потом он еще раз попросил, а потом еще раз попросил, а потом еще раз попросил, а потом еще раз попросил. Поэтому я как-то не успеваю, если честно. Так. Ну, я не знаю, куда ему поставить. Давайте, фиг его знает. Давайте вот сюда. Кого он попросил? Лукарио, да? Ну, давайте ему сюда поставим. Так уж и быть, Лукарио, да? Вот так пускай будет. Кого ставить? Грудона Кирорда Шайни на крешу. Можешь ли ты нам поставить? Ну, потом поставлю. Я так понял, ему тут все птицы, да, нужны? Ну да, сюда Артикуно, а туда... Ну я понял, чувак. Артикуно. Сойдет, а сюда Забдус, я понял.
Какой нафиг Молдрес и... Молдрес у тебя тут. Тут Забдус может. Вот. ТП. Чувак, ты меня запарил. Пирожок. Пирожок с капустой или с чем-то там. Ты меня запарил, честно. Поменьше. Ну куда еще поменьше? Такой... Данила, вот. Кого и куда? Быстро, 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 быстро. Ух, у тебя домик красивый. Давай, быстро, кого? Ну? Раздупляйтесь побыстрее, кто просит статую. Когда я тпхаюсь, вы уже должны иметь вот так напечатанное сообщение, просто нажать и куда бы я кого-то поставил. Быстрее. Не, ну просто знаете, я тпхаюсь, и мне потом еще пару минут ждать, пока они раздуплятся. Пока поду... Нет. Нет. Пушкину. Ладно, ты, чувак, пока определись, или что ты там хочешь. А я пока что уйду. Так, сюда, чуваку, да? Он просил. Кью-Огр, да? Женормус. И сюда он просил... кого он просил? Гроудона, да? Гроудон. Нормус. Какой Гроудон, да, какой Кьюгр. Так. Если вот этот Редаров Джек опять попросит кого-то. Все. Всем дал статуи. Фу. Вот это запариться можно. Нет, сними Райкваз. Вот видите, ребята? Попросил поставить Райкваз. Сейчас просит, чтобы я убрал Райкваз. Я уберу Райкваз, он через 5 минут пройдет. И через 5 минут 5 попросит, чтобы я кого-то ему заспавнил. Не можно. Сейчас, ребята, просто читаю. Тебе уже не буду ничего спавнить. Я уже запарился. Ну, Ваванто. Ваванто. А вот этого Денчика я просто ща кикну с предупреждением, что чтобы он не флудил, вот это мне АФК вернулся, АФК вернулся. Куда? Ага, понятно. Ну, давайте, я не знаю, сюда может. Риолу. Шайни и... Джинормус. Все. Она и так уже Шайни, Ваванто. Все. Все, больше никому ничего, я уже запарился. Денчик, предупреждение. Прекращай, АФК вернулся. Данила, Денчик, а, мне Шани Лукарио заспавнить. Заспавнить или статую? Так. Нет, это не тому. Мне, Данила. Ну давай, ты уже надумал что-то. Ну, давайте еще подождем, ребята. Гру. Ну, я не знаю, есть ли у него тут место вообще в этом доме для Гроудона Шайни, но давайте посмотрим. Если я с самого мелкого сделаю Гроудона, то с самого-самого-самого мелкого микроскопик, вот.
Это самый минимальный, самый маленький, который есть. Так, все. Все. Всем раздал. Уже вроде никого нету, я уже, если честно, ребята, запарился. Ну, давайте посмотрим. Ну, про тебя забыл, но извиняюсь, но ты даже не писал или не писала. Не знаю, не писала, походу. Кого? В смысле, статую заспавнить? Лукарио Шайни. Ой, не того. Ай, опять не того. Лукарио. Шайни самый большой. Все. Сейчас уже 100% все. Так, отлично. Ху, ребята. Закончили мы выдавать статуи. Мать Тереза, твою мать. Всем раздали, всем передали. Всем... Нет, я никому ничего не спавню, нет. Попрошайничество. Мут. Я никому, ребята, ничего не спавню, но где вы такое видели, чтобы вы пришли на сервер и попросили: «О, чувак, там админ, дай мне, пожалуйста, там Shiny Mewtwo». А админ: «О, ну конечно, ну что тут такого?» И чат сразу: «Ребята, кому Shiny Mewtwo, я администратор, все, кто меня попросит, даю Shiny Mewtwo». Конечно, что тут такого? Но я, ребята, извиняюсь, такого тут нету и не может быть, поэтому прошу прощения. Ну давайте, я не знаю, Шайни Лукарио, ему сюда заспавним. Лукарио, апдейт, Шайни, Энормус, вот такой сойдет. Ну, а я... Только ответил. За попрошайничество тут мут дает. Кто не знает, ребята, перед регистрацией вы можете читать правила. И там, ну, конечно, никто их не читает, но все же вы принимаете эти правила. И там написано, что за попрошайничество дает мут. Дается мут от 5 до 20 часов, потому что это, в принципе, вне правилах. И такого вы просто нигде не найдете, что вы можете зайти и попросить в админа: «Дайте мне там Shiny Mewtwo 100 уровня, самой лучшей натурой, стак мастерболов, стак конфет и все». Единственное, как вы можете получить, это просто участвовать в розыгрыш и словить покемона. Или участвовать в турнире, выиграть турнир, я вам заспавню покемона. Или, я не знаю, ну или сами словить покемона, или у кого-то купить, или задонатить покемона. Статую могу. Статую можно поставить. Ладно, ты пока определись, куда тебе ее ставить. А на этом, ребята, мы заканчиваем. Не забываем то, что вы можете играть на этом сервере вместе со мной. Я тут играю. Вот на серии я только делаю вот такие... Помогать игрокам, то есть давать статуи, разыгрывать дома и вот это все. А в будние дни, без съемки, я тут сам играю, строю дом. Как, ну, дом я еще пока что не достроил, но все же. И, в принципе, потом на съемке я тоже, наверное, буду играть. То есть ловить покемонов, в поисках покемонов и, в принципе, качать их и все такое. Каждое воскресенье вы можете играть со мной на этом сервере. То есть каждое воскресенье я захожу на сервер и у рандомного человека я спрашиваю, хочет ли он поучаствовать в серии. То есть каждый, кто играет на сервере, рано или поздно сможет поучаствовать в серии, потому что дойдет его очередь. Но все же, вы можете заходить на сервер, кто не знает, вы можете купить пропуск на сервер. Сервер, в принципе, очень дешевый пропуск, 150 рублей, по сравнению с другими такими серверами, где пропуск по 200, 300, 400 рублей, то это очень мало. И я тут играю каждый день, то есть вы сможете играть со мной в любое время, общаться, спрашивать. Я на видео не очень часто отвечаю, потому что, сами понимаете, когда на видео много людей спрашивают, я пытаюсь и вам объяснять, и им объяснять, и это очень сложно. Но... Без видео я всем отвечаю, общаюсь и все такое. Потом еще в группу в РК буду приглашать, и, в принципе, там будем сходить, сделаем, как это можно сказать,
создавать вот эти сходки подписчиков. Но не забываем то, что, ребята, вы можете покупать пропуск или зайти в описание этого видео, потом перейти по ссылке в группу ВКонтакте, заполнить заявку и попытаться выиграть бесплатный пропуск на этот сервер. И также не забываем, кто играет на этом сервере или кто не играет, но захочет играть, то что на следующей неделе у нас тут будет турнир 100-х уровней 4 на 4 на нашей арене, которую уже очень давно строили и за 2 месяца ее достроили. То есть, если у меня не будет дела, если меня там не вызовут на работу или еще что-то 17 января в субботу, если я буду дома и у меня будет свободный день, то 17 января будет у нас турнир 4 на 4, 100-х уровней, любые покемоны, хоть там один водный, огненный, трояной и еще кто-то. Поэтому, ребята, давайте на этом заканчивать. Это кто? Старая, ну понятно. Давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи, ребята. Всем спасибо за поддержку. Вы офигенные. И всем пока.